быстро высокая частота. Лечение. Дыхательная вся система у нас идет, опорно-двигательный аппарат. Угу. Лазер – это просто панацея для всех заболеваний. Здесь мы можем лечить и опорно-двигательный аппарат, и все соматические заболевания с лазером. Артрозы, артриты, хондрозы. Пожалуйста, вот у нас такой. У нас Дарстонбек. Лечение здесь, центральная нервная система очень хорошо помогает. Мигрени, головные боли, варикозное расширение, сосудистые звездочки, все хондрозы. К нему идут очень шикарные насадочки. То есть каждая насадка, соответственно, идет к определенному заболеванию. Пришлосочка, вот так вот пациент садится, мы подключаем его к аппарату, и он будет сам себе по голове. То есть вот если, в частности, вот эта насадка, она у нас идет на паравертебральные зоны. То есть паравертебральные зоны, это значит по краям от позвоночника. То есть воздействие идет как бы на нерв, на окончание. Ультрафиолетовое облучение. Миндалина. Носик, ушки у ребятишек. В частности, очень много приходит у нас детского населения. У нас есть дневной стационар, ребятишки с дневного стационара спускаются к нам на лечение. Это тоже вот аппараты нового поколения. Видите, он очень компактный, оформленный. Центральная нервная система, прессии, головные боли, гипертония. Все, пожалуйста, лечим. Аппарат, это у нас Амплипульс 5DR. Аппарат лечения проходит у нас ребятишки. Детки лечатся, взрослые приходят. Мышечная система. Опорно-двигательная память. Диадинамический тест. Либо их еще можно назвать токи-дермары. Вся опорно-двигательная система. Хондрозы, невралгии, артрозы. Только у всех вот аппаратов у них разнонаправленное действие. У них идет отличие СМТ от ДТ по разным направлениям действия и действия тока. Эти электродики. И мы накладываем на определенную... Приходит пациент у нас, например, с хондрозом. Шейного отдела, либо поясничного отдела, позвоночника. И мы накладываем... Я только трое денег. Программа. И программа потом у нас и переключается. То есть медицинская сестра подходит к аппарату несколько раз. Здесь опять-таки опорно-двигательный аппарат, центральная нервная система. Хорошая, нормально. Интерфорез вообще нового поколения. Посмотрите, он какой у нас маленький, компактный. Можем лечить и гипертонию, и также все опорно-двигательный аппарат лечить. Здесь хондрозы, можно все лечить.